Labą vakarą. Tai nepaisant šalčių gripo, aš noriu pasakyti, kad jums žiauriai pasisekė šiandien. Ne tik dėl to, kad vėlgi toks žmogus pusiau mano kolega, kolega ta prasme, kad kaip ir aš, aiškiai, nieko pats nedaro, tik tai visus kitus moka kaip daryti ir kritikuoja. Tai lygiai taip pat ir Irina, reiškia, pati nieko nedaro filmuose, bet aiškiai viską žino ir visus kritikuoja ir aiškina, kaip reikia daryti. Tai aš manau, kad šiandien jums paaiškins ir klauskite viską iš tikrųjų apie Rusijos kiną ir apie aktorius, apie režisierius, aš manau, kad mažai kas žino daugiau negu Irina. O dar jums labiau pasiekia, kadangi mes turim iš tikrųjų šalia Irinas ir, net nežinau, kaip žodį pasirinkti geresnį, sakyčiau, Lietuvos kino ikoną, Gražina, kuris įsėdė pirmoje eilėje. Tai turėsim, manau, paklausti, aiškiai, prieiti ir nusifotografuoti. Va, nes irgi ne kasdien tikriausiai. Dievai sako jos ir draugius, dėl to taip ilgai ir neatėjo, nes kaip prisėdo, taip prisėdo, žinot, kaip moteris atsisėdo, reiškia, dėsia, tai paskui atsikelt nevegali. Tai va, tai manau, kad vakar aš tikrai bus labai smagus, vėlgi labai prašau, įsijungi telefonus. Va dabar iš karto paimkite ir įsijungite, nes, nu, aš kiek prašau, kad nikada nebuvo, kad neskambėtų, tai aš vis laukiu, kada tas bus pirmas kartas per trejetą metų. Va, ir kaip visada, klauskite, domėkitės ir neteisingai šį kartą bus pradžia truputėlį kitokia, mes pasižiūrėsim tokį mažą filmuką, ne visai rimtą, kuris gal bus kaip įvadinis apie tai, apie ką kalbės Irina. Va, ir po to jums teiksim žodį Irinai. Dobrai vėčiai visiems. Я говорил, что вам очень повезло сегодня, несмотря на холод и грипп, потому что у нас не только Ирина, но у нас тоже Гражина. Не махайте мне, пожалуйста. Я стою, где я хочу стоять. Если вам тут не нравится, пойдите сами в сторону. Спасибо. Вот. И я тоже говорил, что мы с Ириной как бы немножко коллеги, потому что мы оба сами ничего не делаем, только критикуем других. То есть я как журналист... А, вы сценарий пишете. Ну хорошо, ну хотя бы столько. Я комментарии пишу. Вот, так что, но несмотря на то, я думаю, что Ирина о кино российском знает, наверное, намного больше, чем я, или чем кто-нибудь из вас в зале, так что вас, если вам что-нибудь интересно, спрашивайте. Я думаю, что на все вопросы у нее есть ответы. Мы сегодня уже за обедом обсудили очень много литовских актеров, которые играют сейчас в России, и последнее кино, иногда соглашались, в чем-то не соглашались. И это хорошо, потому что люди, которые чем-то не соглашаются, значит, у них есть свое мнение. У Ирины свое мнение есть, я уже убедился сегодня в этом, не только о кино, но и о других вещах, о которых мы не будем говорить сейчас. Вот, так что, думаю, вечер будет очень интересным. Может спрашивать не только о кино, я уже убедился, что у нее тоже есть ответ, не только о кино. И, пожалуйста, сейчас все вместе дружно возьмите свои телефоны и там звук выключите. Спасибо вам большое. Можно картину представить? Да, можно. Тогда мы начнем с показа короткого, не знаю, как даже назвать его, это несерьезный фильм, да? Или серьезный? Серьезный, хорошо. Очень серьезный. Серьезный, но вы будете смеяться, я думаю. Вот, и Ирина хочет его представить. Так что слово вам тогда представить кино, и потом мы посмотрим кино, а потом уже перейдем к кино. Да. А можно я не пойду за трибуну, потому что я маленького роста, и будет пол головы у меня из-за трибуны торчать, я здесь постою, хорошо. Здравствуйте. Значит, я так думаю, что для начала мы посмотрим, для настроя и затравки мы посмотрим сейчас короткий фильм, который называется «Время жить, время умирать». Не пугайтесь этого названия. Этот фильм только что получил премию «Золотой орел», это национальная российская кинопремия. Это кино про то, как делается кино. Это очень грустное для меня лично и очень смешное для зрителя кино, потому что то, что происходит за кадром, это довольно смешная история. Мы сейчас посмотрим этот фильм молодого режиссера Михаила Полякова, а потом мы поговорим не только о кино, но и о жизни, потому что российское кино действительно во многом зеркало российской жизни, и не только
кино – зеркало российской жизни, но, собственно говоря, и люди, которые существуют в кинематографе, они тоже, в них тоже, как в капле воды, вся наша жизнь отражается. Ну и, собственно говоря, мне будет интересно потом и вас послушать, потому что ваша жизнь до нас долетает отголосками, разнообразными, скажем так. Итак, «Время жить, время умирать» – фильм Михаила Полякова, национальная премия «Золотой орел». Собственно говоря, абсурд всей реальности кинематографической вы тут увидели. На самом деле не все так страшно, как тут показано, но тем не менее зачастую бывает именно так. Собственно говоря, я хотела сказать о том, что сегодняшнее кино в России, оно как-то действительно весьма четко отражает нашу реальность. И оно достаточно смешное по отношению к этой самой реальности. Вот смотрите, сегодня в отечественном российском кино есть три тенденции такие главенствующие. Я сейчас, не сейчас, а последние 15 лет руковожу российскими программами Московского международного кинофестиваля и каждый год отсматриваю все, что делается в нашем кино. Вот все до нитки. Зрелище это не для слабонервных. 80 картин, как вы понимаете, из них десяток приличных, остальное все ужас. Вот. Но это во всех кинематографиях так. Так что, так сказать, это не наш процент, это общий процент такой, на такое соотношение. Но тенденции всегда видны. Так вот, тенденция сегодняшнего кинематографа в России такая. Огромную мощную долю занимает так называемое развлекательно-блокбастерное кино. То есть кино, которое твердо нацелено на то, чтобы публика пошла, заплатила деньги, посмотрела, ну, получила удовольствие, не получила удовольствие, это уже сами понимаете, отчасти лотерея, отчасти прозорливость продюсеров. Какие-то фильмы, которые проектируются как сумасшедшие, но успешные фильмы, добиваются такого успеха, вот, пожалуйста, фильм «Движение вверх», например, или, скажем, «Салют-7», который никто не ожидал, вот лично я совершенно не ожидала, что у него будут такие сборы, а сборы были гигантские. А вот «Время первых», тоже про космос, который получше будет, чем «Салют-7», оно как раз прошло гораздо менее успешно. Но, тем не менее, это все блокбастеры с большим количеством спецэффектов, с серьезными затратами и с, как сказать, с патриотической составляющей. Вот эта патриотическая составляющая, она сегодня доминирует у Министерства культуры, оно вкладывает в это деньги. У нас есть такие фильмы, как «Коловрат», допустим, или «Последний богатырь», про, значит, российскую историю или российскую мифологию, где тоже, значит, мы великие, крутые и замечательные. Повторяю, в этом сегменте есть удачи, есть неудачи, но он существует, и он занимает большую долю кинопроизводства. Есть сегмент, который делается на частные деньги, а иногда делается и с государственной поддержкой. Это сегмент так называемых фильмов социальной критики. Но критика не столько социальная, сколько политическая зачастую. Лидером в этом направлении у нас является Андрей Звягинцев, который снимает всегда кино острой критической направленности. Ну, за исключением самой первой его картины «Возвращение». Все остальные фильмы все более и более критикующие общество и государство. Честно говоря, я к фильму Звягинцева отношусь двояко. С одной стороны, я не могу не признавать, что Андрей большой мастер. И это признает и мировое сообщество, это признают кинематографисты всего мира. С другой стороны, я не могу не видеть того, что это кино просчитанное, арифметическое, холодное. Оно может задевать или не задевать сидящего в зале зрителя. Но то, что оно вычисленное, оно на калькуляторе сделанное, для меня лично, со мной можно не соглашаться, моя точка зрения не эталон, но оно, на мой взгляд, именно таково. И, наконец, возникло, я сейчас говорю только про заметное кино, про плохое, что про него разговаривать. Плохое оно и в Африке плохое.
И, наконец, последняя часть, которая меня реально греет, и которая мне кажется самой перспективной частью российского кино, это кино про людей. Вот вы знаете, наш кинематограф очень долго существовал без героя. В центре фильмов было что угодно, обстоятельства, проблемы, государство, деньги, все что угодно. А человека в центре не было. Человек был, что называется, одним из обстоятельств. И вдруг про жизнь обыкновенного человека снова... Знаете, как в старые добрые времена, или недобрые, в старые недобрые времена, когда не хотелось делать идеологические продукты, когда не хотелось художникам делать, они уходили в частную жизнь людей, в своей литературе или в своем кинематографе. Они уходили от государственной идеологии в частную жизнь. Так вот сегодня кинематограф повторяет этот путь. Хороший кинематограф. Он уходит в частную жизнь людей. Да, без сомнения, частная жизнь людей точно так же зависит от жизни общества, от жизни государства, от проблем, от денег, от всего на свете. Но, тем не менее, это частная жизнь людей. И на вершине вот этой пирамиды, на мой взгляд, и для меня лично, стоит, конечно, сегодня фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». А Хлебников никогда не был героем моего романа. Я уважала, опять же, этого художника. Он талантлив, он умен, он тонок. Но его принципиальное нежелание кому-либо нравиться доходило иногда, на мой взгляд, до абсурда, когда, знаете, я не понимаю, когда кинематографист... если ты писатель, то ты можешь с листом бумаги делать все, что угодно, и говорить: я пишу для себя. Написал, положил в стол. Знаете, как у Чехова в Ионыче: я не издаю, у нас хватает средств, я пишу и складываю в шкаф. Вот. Так и тут, пожалуйста, флаг в руки. Но когда ты тратишь деньги и усилия множества людей, кино же это фабрика. Нельзя, чтобы это ложилось под стол, в шкаф или под кровать. В свое время еще Шукшин говорил: умри, но не разговаривай в тишине. Это значит, не разговаривай в одиночку, разговаривай со зрителем. Но если зритель тебя не хочет смотреть. И вот, видимо, этот режиссер Борис Хлебников дошел до той степени зрелости, творческой, человеческой, какой угодно, когда понял вот смысл этого заявления. Во всяком случае, фильм «Аритмия» — это кино, обращенное к зрителю. И, кстати, это, пожалуй, первая артхаусная, такая серьезная артхаусная картина, которая прошла с заметным коммерческим успехом. То есть за нее люди платили деньги в кинотеатры и на нее ходили. Это история из нескольких дней жизни доктора скорой помощи. Проблема в том, что у этого доктора, талантливого человека, работающего в заметные деньги, ну, я не знаю, как в Литве, у нас врачи очень плохо получают. Плохо-плохо. Знаете, как получают, так и лечат, конечно, но есть среди них особо одаренные, которые и за эти медные деньги готовы отдавать всю душу и готовы идти на конфликты с начальством, все такое. Вот человек, живущий каждый день в стрессе, потому что что такое скорая помощь? Это всегда катастрофа. Не вызываете же вы от того, что пульс участился или температура поднялась. Вызываем, когда совсем кирдык. И вот каждый день сумасшедшие вызывают, нормальные вызывают, умирающие вызывают, и маньяки вызывают, и вызывают на огнестрельные ранения, когда твой спасаемый в тебя же из пушки целится. Всякое. А дома женщина, любимая женщина, которая тебя ждет, ждет, пождет, и надоедает ей однажды ждать. Вот очень давно, много лет, отношения между людьми в кино показывались каким-то довольно странным образом. Я тебя ненавижу, и я тебя ненавижу. Кино про ненависть достало, по-моему, всех. Опять-таки, это не только тенденция была российского кино, это была общемировая тенденция. И вдруг в последние несколько лет стали делать кино про любовь. Не про ту, которая там, значит, Ваня встретил Маню,
а про ту, которая связана с нашей обыкновенной жизнью, с бытом, со всеми проблемами. Скажем, Михаэль Ханеке, знаменитый режиссер немецкий, вдруг снял кино про то, как тяжело расставаться людям, прожившим вместе целую жизнь. Как тяжело и страшно одному терять другого. Такого кино долго не было в европейском, таких фильмов в европейском кинематографе. Они появились. Они появились в американском кино, они появились в российском кино. Истории про то, как вообще как трудно жить. Но это истории с, как бы сказать, с каким-то то ли, я бы даже не сказала, со светом в конце туннеля. Нет. Какой там может быть свет в конце туннеля, если умирает твоя половина, без которой ты не можешь дышать, там свет. Знаете, я очень люблю смотреть в американских фильмах, в боевиках особенно, это прекрасно. Там, значит, всех поубивали, папу, маму убили, детей всех убили. Подбегает возлюбленный к какой-нибудь барышне и говорит, все будет хорошо. Что, блин, будет хорошо, когда уже все плохо? И хорошо уже не будет. Они что, живут, что ли? Что будет хорошо? Знаете, или тоже всемирная тенденция. Люди ловят друг друга, спрятались в доме, но окошко открыли и свет включили. Или родители говорят детям, сиди тихо, нас ловят. И уходят. Ребенок или женщина там, неважно кого оставили сидеть тихо, немедленно встает и прется туда, куда не надо. Его захватывают заложники. Знаете, вот это игра в поддавки. Это все игра в поддавки со зрителем. Да, конечно, публика любит быть умнее кино. Но сейчас, я говорю, появляются фильмы, в которых есть о чем разговаривать. Они появляются опять-таки во всем мировом пространстве. Я вот сейчас смотрела «Три билборда», который сейчас оскаровский фаворит, и смотрела фильм «Призрачная нить», который тоже один из оскаровских фаворитов, и смотрела вот эту «Нашу аритмию», и смотрела «Нашу нелюбовь». И все эти фильмы, так или иначе, говорят о том, как непроста человеческая жизнь. И мне кажется, что это очень важная вещь, не потому что мы сами знаем, как она непроста, нам для этого на улицу выходить не надо, мы знаем. А просто искусство начинает сострадать человека. Человека искусство снова начинает жалеть. Не ненавидеть, не презирать, не смеяться над ним. Смеяться можно вместе с ним, можно смеяться над нелепостями жизни, но не над тем, как человек трудно и сопротивляясь жизни живет. Поэтому, когда я говорю «наше кино как зеркало нашей жизни», я сразу, вот я вам показала сегментированность российского кинематографа. То же самое могу сказать про сегментированность российского общества. Я не знаю, здесь все-таки сидит народ в основном, так сказать, моего возраста, скажем так. Спросите своих сверстников, ну не сверстников, спросите своих друзей помладше, своих собственных детей. Тех, кто сегодня проводит много времени, условно говоря, в Фейсбуке, где-то в соцсетях. Что происходит? Стенка на стенку идут. Люди разводятся, люди разрывают многолетние дружеские связи из-за несходства во взглядах. По вопросам Крым, не Крым. По вопросам, ты за белых или за красных. Я как-то раз задала вопрос своей подруге, давней подруге. Ну, я такой, значит, полуватник будем считать, как это сейчас принято говорить. Одним словом, я как бы консервативно, принадлежу к консервативной части общества. А подруга моя либералка-либералка. Такая либералка-тельняшка пополам и революцию. Вот, и я говорю, Ал, ну вот скажи мне, пожалуйста, от того, что я против твоей революции, я вообще как бы против любых революций, хватит, в 17-м году схавали, 100 лет расхлебывали, не расхлебались еще. Может, не надо уже радикального-то? Давай не будем по этому поводу ссориться. Она говорит, я с тобой не ссорюсь.
Понимаете, сегодня ценность человеческих отношений вдруг перестали понимать. И поэтому действительно эти отношения разрывают из-за несходства в политических взглядах. Вот, как бы это объяснить попроще? Представьте себе, вы живете, в Усть-Перепетуйске, в Урюпинске, там 3,5 человека населения. До Путина, когда небо, не увидит, не услышит, знать не узнает никогда в жизни. В другом, таком же Усть-Перепетуйске, сидит другой человек, который тоже связан, только первый против, второй за. Второму тоже до этого же самого Путина или там, до какой-то администрации президента ровно столько же, 100 миллионов километров не в этой жизни. И эти два человека, живущие в Усть-Перепетуйсках, у которых зарплата 16 копеек, понимаете, у которых мама больная, там дети, сволочи, все что угодно, они разрывают отношения из-за каких-то химероабстракций. Как ты относишься к Путину? Да елки-палки, пусть он сам к себе как хочет относиться. Люди должны строить отношения каким-либо образом. Нет, они разрывают. И когда про это сегодня разговаривает искусство, про то, что отношения между людьми, дружба, любовь, взаимопомощь, это и есть самое главное, я считаю, что это блестяще, очень важная, очень нужная тенденция. Знаете, я сейчас хочу вспомнить одну вещь, вы, наверное, ее не проходили здесь. А у нас в 98-м году был ужасный кризис. Причем это был такой подлый, очень подлый кризис, потому что жили мы себе, жили, не тужили, ничего не подозревали. Нам каждый день, тогдашний наш президент, это был другой президент, говорил: ребята, не Б, никакой не дефляции, ничего такого не будет. Верьте мне, я сейчас на рельсы лягу, если это будет. Добрые люди мне, например, лично подсказывали: Ира, не делай глупости, Ира, быстро-быстро переводи рубли в валюту. Ну как, ребят, нам же президент сказал, вон он на броневике стоял. Чего? Одним словом, оказались мы, извините, в полной заднице. Я сидела, рыдала, потому что у меня были какие-то деньги, которые превратились в семечки. Четыре раза, конечно. Ну конечно, как жить? Ребенок, семья, как? И заходит ко мне подруга. Она такая, знаете, вот есть такие женщины-пофигистки. Она, когда у нее маленькая дочка росла, она говорила: все лучше родителям, что останется детям. Жила правильными принципами. И тут она говорит: что ты разорался-то? Что ты ревешь-то сидишь? Ой, как, что делать? Как что? Вот смотри, у меня в квартире камин, я на последнем этаже живу. Значит, собираемся стулья, топим печку, будет тепло. У тебя какие-нибудь запасы, там крупа, макароны есть? Распределим, будем варить кашу. И, наконец-то, сможем разговаривать. Я подумала: правда? Правда, правда? Топить стульями камин, варить пшенку и, наконец-то, разговаривать, это, может быть, и было формулой спасения. И мы тогда, собственно говоря, на этом и выжили. Не на стульях и не на пшенке, а на том, что мы стали слышать и видеть друг друга. А потом снова забогатели маленько и снова перестали и слышать, и видеть. Мы время от времени слепнем и глохнем. Вот в чем дело. Маленько-маленечко, капелюшечка удачи, и все, и мы на коне, и поскакали, голову задрав. Я вот сегодня так ходила по своему номеру в отель, голову задрав, и треснулась обалку лбу. Очень хороший жизненный урок я в свои зрелые лета в очередной раз получила. Не задирай голову, смотри прямо. Вот, собственно, то, о чем мне хотелось сказать, и почему я говорю о том, что российская жизнь, она очень многообразная. И когда мы говорим, мы очень много жалуемся. Мы все
очень много жалуемся. Жалуются люди, которые в самом деле живут тяжело и плохо. Жалуются, они меньше, кстати, жалуются, чем другие. Те, которые совсем плохо и тяжело живут, они вообще несчастные люди, они очень гордые. Люди, у которых чуть-чуть получше, чем у самых несчастных, они начинают бесконечно ныть. Бесконечно жаловаться друг другу на плохую жизнь и бесконечно искать виноватых, вместо того, чтобы что-то предпринимать. Ну, мы не можем исправить человечество, мы не можем исправить государство, но что-то изменить в собственной жизни каждый из нас в состоянии, капельку хотя бы. И вот опять же кино, которое рассказывает про семейные отношения, а сейчас очень много фильмов стали делать. Именно... Непонятна ваша позиция. Ничем не могу помочь, сожалею. Зачем приехала повидаться, соскучилась? Почему не обращаете внимания? Вы знаете, есть такое правило. Я не червонец, чтобы всем нравиться. Я так думаю, что в этой аудитории нашлась бы еще группа людей, которым не понравилась бы моя позиция относительно, ну, условно говоря, демократических преобразований в нашей стране. Мне они не все нравятся, вернее, они мне почти все не нравятся. Тем не менее, у меня есть абсолютно точное представление о том, что происходит с человеческой жизнью, когда эта жизнь подчинена интересам государства. Ничего хорошего, как правило, ничего хорошего. Потому что, я не знаю, вы же, наверное, живете параллельно государству, нет? Или вы или оно активно вмешивается в вашу... А? Государство. Нет, мы все живем в государстве. Как вы представляете параллельно? Параллельно? Скажу как. Ну вот сейчас я перейду в некоторую политическую плоскость. Можно? Чуть-чуть. Составляющую. Итак, вот я, условно говоря, приехала сейчас из страны, про которую здесь все время говорят, мне сегодня рассказывают. Я же не вижу, я вижу только, так сказать, отголоски в нашей печати, что пишут про литовскую там, или про эстонскую, про латышскую жизнь. Вот я сейчас разговаривала с людьми, которые здесь. Я узнаю о том, что я приехала из страны агрессора. Из страны, которая вот через 15 минут захватит Литву. Уже 4 года, кстати. Очень интересует меня, чего мы тут не видели, чего нам не хватает. На Украине военно-морскую базу, которая существует 300 лет. Вот чего нам нужно было в Крыму. Другой Украины нам не надо. Она существует сама по себе, воюет сама с собой. Она воюет сама с собой. И те, и другие граждане Украины. Ни у кого там русских паспортов нет. Простите, пожалуйста, везде воюют, везде едут наемники. Эти самые донецкие ребята демонстрируют убитых негров. Украинские ребята, ну, которые за украинские, за киевские, они демонстрируют убитых каких-то там, не знаю, там, сказать, Петровых, Ивановых, Сидоровых. Ребят, частные лица вправе делать что им угодно. В Великую Отечественную войну школьники прыгали в поезда и бежали на фронт. Сегодня великовозрастные школьники, 40-летние типа Игоря Стрелкова, собираются и едут поиграть в войнушку на Донбассе. Там знаете, кто не играет в войнушку? Женщины и дети, которые по подвалам живут, и которые не учатся по несколько лет, или учатся под бомбежками. Вот эти люди, которые ничего плохого никому не сделали, они там реально ощущают войну. Остальные, и с той, и с другой стороны, они все граждане Украины, за что они воюют, я не знаю. Я сочувствую тем, кто страдает. Страдают. Я не замечала, чтобы Донецк бомбил Киев или бомбил Львов. Донбасс обстреливал Львов или Киев, кто не знает, нет, не слыхали? Нет. Не слыхали, я тоже не слыхала. То, что Киев обстреливает Донецк и Луганск, ну, согласитесь, это факт.
Поэтому я на стороне страдающих. Я на стороне жертв. А когда мне говорят, они сами виноваты. Ребят, в чем виноваты дети с оторванными ногами? Бабы с вывернутыми кишками. Простите за... я не хотела эти неаппетитные вещи произносить здесь. Меня вынудила дама. Я тетка злая вообще-то. Так вот, всегда на стороне жертв нормальный человек. А не на стороне тех, кто играет в войну. По той или иной причине. Когда меня спрашивают, что нам нужно на Украине, повторяю, нам нужен был Севастополь, за который воевал мой прапрадед вообще-то. Мой прапрадед. Который строили... Не было никаких украинцев в Севастополе. И от того, что лысый дядька идиот, по случаю 300-летия присоединения подарил землю вместе с людьми. Люди что, крепостные были, что ли? Как можно их было подарить кому-то? И сейчас говорят, пусть они собирают вещи и уматывают, а территория наша. Так, простите, эти люди на этой территории живут. Представьте себе, сегодня вам бы сказали, это наше, давайте валите отсюда, куда хотите. Кому бы понравилось? Нам говорили. Так. Я готова вернуться к кинематографу, просто мы вернулись сейчас, мы заговорили о ситуации, когда мне сказали, что все это, что вам нужно там, что вам нужно сяк. Нам, в принципе, вот лично мне, ничего не нужно. Насколько мне известно, насколько я могу ошибаться, конечно. Но, как бы сказать, в каком году, в 90-м или в 91-м Литва освободилась от Советского Союза, не без помощи Советского Союза, правда же? Или завоевали свою свободу, что ли? Кто завоевал, покажите. Подарили. Давайте принимать подарки с благодарностью все-таки, хоть с немножечко благодарностью. После 13-го, кстати, миллионы выполнены. В смысле? Это дискуссионный вопрос. Да, никто нам не подарил, но я думаю, что да, что лучше про кино, да, потому что тут мы зайдем в такую глушь, что не выйдет потом никто. У меня вопрос такой был. Вот вы там говорили про эти три тенденции, да. И вот эта первая тенденция, патриотическая составляющая, да, это люди, то есть режиссеры, они сами выбирают или они выбирают потому, что знают, что им помогут, когда они эту выберут? Какую? Которую? Патриотическую. Что касается, знаете, я в данном случае сказала слово патриотизм не в прямом смысле. Знаете, я патриотка своей страны, вы патриоты своей страны. В общем, каждый нормальный человек патриот земли, на которой живет и растит своих детей, правда же? Так вот, я говорила патриотизм не в этом смысле, а патриотизм в смысле государственно-политическом. То есть, ничего плохого я в этом не вижу, государство должно само себя поддерживать, естественно. Но сейчас Министерство культуры заказывает это кино. То есть приглашается Семен Семенович, Степан Степанович, Иван Иванович, говорится. Старик, у нас в этом году год там юбилей полета в космос, значит, давай такое что-нибудь, чтобы народ зарыдал. Вот они садятся сочинять. Понимаете, мне всегда казалось, что искусство должно делаться по велению сердца. Что человек должен фильм, спектакль, книгу выносить, вылюбить, вырастить в себе как ребенка, да, и родить. А сегодня получается несколько иначе. Вот я смотрела фильм «Коловрат», да, про такой, знаете, один из самых таких драматических и тоже патриотичных сюжетов российской, русской истории, когда татары полезли на город Козельск, а там воевода богатырь Коловрат, значит, а? Про Рязань скорее. А, Рязань, извините, да. Ну как, Козельск. А, да, Рязань.
Так вот, татары полезли, а богатырь Калаврат сражался и практически всех победил. Знаете, мне было бы интересно смотреть кино про то, как человек встал на защиту, ну, если угодно, ну, вот как мы все знаем, как вставали на защиту своего дома. У меня всегда перед глазами, я в советской школе училась, и определенную часть литературы, которую сама бы я, может, и не прочла, меня заставляли читать, как и всех нас. Так вот, по программе мы читали «Как закалялась сталь» Островского. И был там, меня мало что там задевало, а вот одна история меня очень задела. Мы потом разговаривали с друзьями-кинематографистами, она многих задела. Там был сюжет про еврейский погром. Значит, шли погромщики, громили, и в общем, так сказать, как бы люди им почти не сопротивлялись. И вдруг они нарвались на кузнеца. На еврейского, громадного, здоровенного мужичину, который отбивался молотом, пока его не убили. Он в одиночку защищал свою женщину. Ну, конечно, один в поле не воин, но он сражался. Калаврат – это примерно из той же оперы, как мне казалось. Когда я увидела увлекательное для подростков, но научно-фантастическое зрелище, патриотическая составляющая такого зрелища для меня равна нулю. Потому что если это сказочный богатырь был, которому, я не знаю, помогали потусторонние силы и все на свете, ну чего, ну да, вот это самое, давайте «Люди Икс» еще посмотрим, тоже хорошее кино. Если это кино про то, как мужик встал и защищал до последнего свой клочок земли, это совсем другая история. И вот этот вот государственный патриотизм в кино, он почему-то все время вот такой вот оттенок научной фантастики носит. Меня в свое время очень возмутил фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Он меня возмутил не потому, что это плохое кино, хотя это плохое кино. Это такие дурацкие спецэффекты, там много-много компьютерной графики. Но меня возмутило в нем другое. Если вот совершенно четко вытащить из фильма только сюжетную канву, ничего больше. Никто там чего горел, никто там чего ловил, никто от кого родил. А просто вот смысл происходящего, то получится вот что. Пятеро советских суперасов разведки прибыли в город, чтобы там чего-то предотвратить. Они провалили все задания, сколько у них их было. А все эти поединки выиграл немецкий офицер. Умный и красивый. А потом немецкий офицер подумал и сам сдался. И тогда наши победили. Пересмотрите, вы увидите. Понимаете? Я говорю, если все эти кружева, которые Федя накрутил вокруг каждого сюжета, если это все отслоить, то сюжетная канва будет точно такой, какую я сейчас назвала. И я подумала, с какого это бодуна? Почему это? Почему это твой папа снимает судьбу человека? Почему это ты рассказываешь про этих самых, про группу идиотов, которые супер-супер-пупер-пупер пришли и прозяпали? Я все хочу... Знаете, на язык просится слово, но... Оно цензурное, только оно, как бы сказать, из школьного лексикона. Вот, я его не называю. Но продули все. А немецкий офицер, он такой, вот весь красавица-умница, приехал, всех полюбил, а потом сдался. Замерз, блин. Да, надоело ему. Ну сколько же можно уже действительно было там сидеть. Вот понимаете, когда человек это в себе, повторяю, не вырастил, а получил заказ, он освоит бюджет. Ну он освоит же бюджет, правда? Что из этого получится, непонятно. Получается вот такое. Когда у меня еще да. Это можно как говорить, что русский кинематограф сейчас вот хотя бы в этой части, да, это политическое кино? Нет, оно скорее детское. Да, оно скорее детское, потому что
25 лет, последних 25 лет, зритель приращивался к телевизору, и каждые 5 минут качество того, что делают в телевизор, по миллиметрику снижалось. Я все время боюсь произносить слово «советское», потому что я понимаю, что сейчас меня обвинят в том, что я патриотка Советского Союза. Нет, я просто хочу сказать, вспомните, вспомните актеров советского кино. Вспомните их. Вспомните, как молчал Донатас Банионис. Вспомните, как полыхали глаза Нонны Мордюковой. Вспомните, каким был Алексей Баталов. Я могу... Евгений Евстигнеев, который был маленький, некрасивый, и который мог играть высокого красавца, и мы ему верили. Не говоришь про Ролана Быкова. У нас этим актерам... Их было столько, что у нас им ролей не хватало. Вон Гражину спросите. Ролей людям не хватало, они в простое, вот эти гении, в простое по нескольку лет жили. У них не было работы в кино. Настолько их было много. И вдруг сейчас, у меня муж режиссер, который вот на моих глазах был, умер, который на моих глазах на съемках говорил молодой актрисе, снимающейся непрерывно, не буду называть ее имя, ну заплачь, пожалуйста, у тебя ребенок умирает. Не могу, помажь мне глаза карандашом. За это увольняли из советского кино сразу, молча и без вздоха. За помажьте мне глаза карандашом. А тут вот, пожалуйста. Знаете, и вот снижая эту планку, широкую зрительскую аудиторию, не только взрослые смотрят, смотрят помоложе, смотрят подростки, смотрят дети. Их уровень вкуса формируется телевизором. И после этого они выходят и смотрят эти сказки. И мура. Я говорю, кино даже для взрослых снимаемое, оно все равно сегодня во многом детское.